Сегодня 18 июля. 18 июля 1786 года в Самаре провели перепись дворов. Всего их насчитали 634. Дворянам и офицерам принадлежали 18 дворов, купцам и мещанам 124, казакам 144, но больше всего дворов имели военнослужащие, их было 200. 18 июля 1990 года город Сызрань получил статус исторического населенного места России. Сегодня здесь находится около 200 памятников архитектуры и истории, в том числе и федерального значения. Особый неповторимый облик придают городу православные храмы, например, Казанский собор, построенный в 1872 году. Он и сейчас остается одним из красивейших храмов Поволжья. Ежегодно 18 июля в нашей стране отмечается День создания органов Государственного пожарного надзора. 18 июля в разные годы на свет появились немецкий певец, композитор и продюсер, создатель группы Бонни М. Фрэнк Фариан, советско-российская оперная певица, педагог, профессор Любовь Казарновская, американский актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер Вин Дизель и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Афанасьев день или месяцев праздник. Наши предки внимательно наблюдали в это время за ночным светилом. Если месяц был ясным и хорошо заметным, то считалось, что предстоящая осень будет сухой и теплой. Это были лишь некоторые интересные события 18 дня июля. Всего вам самого наилучшего!